Запись пошла. Камера, мотор. Ребята, всем привет, меня зовут Ольга, я тружусь в такси. Таксистка бомбила я. И я вот сегодня еду работать, суббота. Хочу показать и рассказать, сколько можно сейчас заработать в субботу. Такси, стоит ли работать на выходных? Сейчас поеду куплю котикам корм. Я тут неподалеку нашла котиков, подкармливаю их. И работать. Забыла рассказать. Я отправила посылки, 3 мешка, 2 сумки, очень много вещей было. Ну, все закончилось хорошо, я даже видео сейчас ставлю, там будет, покажу, сколько их было, этих сумок. В итоге обошлось, ну, так, нормально отправить эту посылку. Да, да, ты будешь кушать? Будешь? Целый пакетик дам тебе, да. Кормила я котика. Чувак сидит, снимает. Интересно, это он снимает, что он покормил. Привет, мои хорошие, малисива, все мало так осталось. Я вам покушать принесла. Покушать будете кушать? А? Будете кушать? Я бы забрала вот это рыженького хотела. Не надо бежать, кушайте все мирно. А что у него с глазками? Кому котики нужны, обращайтесь. Сама даже привезу, вон какие рыженькие, хорошенькие. А мамашка кушает отдельно. Кто-то много купил? Не бойся, не бойся, я тебя просто снимаю. Вот это мамашка рыженьких котят. Еще один вон. Серенькие подрастают, малыши. Обращайтесь, кому нужны котятки. Блять, котенок укусил. Укусил кого? Представляете, какой укус был? Ноготь прокусить. Больно. Насквозь ноготь прокусить. Представляете, дырка в ногте. Просто в больницу ехать, кот бешеный. Дикий котенок. Просто текает. Хотела глазки его протереть влажной салфеткой. У него глазки все не открываются, блин. Ветеринару надо вести, блин, а не самой делать, блин. Таких дикарей в сумку кидаешь, все. Пипец, вот зачем угораздило меня трогать их вообще, блин? Мне нафиг не нужно его трогать, блин. Ну, глазки жалко его, блин. Не только же кормить надо, блин. Зашибись. Забыла вам рассказать. В общем, меня как минимум 3 укола ждут. Я реально засала, потому что котенок дикий, бешеный какой-то. Ладно, мне моя кошка, он недавно так поцарапала, блин. И шрам, блин, разодрала. Я даже не боюсь, потому что знаю, что у него были уколы, и она домашняя. А вообще, я сейчас вспомнила, они выписывают бумажку госпитализации. Вот мне сейчас в нашей больнице надо как бы лечь, госпитализация у меня. Но они не кладут, они ставят только уколы. Своим ходом надо ехать, потому что нету в одной поликлинике одного укола, если укусывают какие-то места отдельные. Ну, грубо говоря, рука, лицо, это опасно. То есть специальная вакцина нужна. Если остальные участки тела, там другая вакцина нужна. Мне же больше нечем заняться, какой-то кататься вот просто по поликлиникам, блин. Скучаю, видимо, я.